Кондиция какой? Мыни, максимум по мыни с 6 дней станции. Ничего шанса. В каве есть ничего шанса, я трансмит фикс, фикс этот месаж, и тогда свежа атмосфера. Deci, pentru mine este important ca dumneavoastră să înțelegeți conștient să luați această decizie. Să nu-mi spuneți pe urmă că я вам что-то не досказала, что-то не понимали, не поняли, что-то не так передала. Așa că acum întrebați-mă... Ну, вот сами как считаете? Вот, вот за физика, мол, целого. Как возможен что в нашем именно? Случае? Что именно? Вы про какие суды говорите? С Молцелом? С Молцелом. Я считаю, что... Молчал общем... должен или нет? Я считаю, что Молцел должен. Но я считаю, что он никогда вам ничего не заплатит. В лучшем случае, это может суд быть... Суд решит, заплатит или нет. Как быть в отношении Орла в этой ситуации? А вы все, про Оранж забыли. У вас история с Оранж закончилась. И Оранж с вами история, между прочим, тоже закончилась. У вас сейчас... история с Мурцем, чтобы вы поняли, это горит. Потому что вот этот разговор был в пятницу вечером. Понятно, горит. У них суд в ноябре, вот не горит. Ну, ноябрь 21-й еще далеко, а горит завтра-послезавтра. И, соответственно, в любом случае, вы будете потом, может быть, мы примем какое-нибудь решение, мы все равно приостановим этот процесс, вы будете долго с нами судиться, с государством, не знаю с кем, а денег таки не будет. Поэтому мое видение, лучше соглашаться, закончить это, потому что сейчас я смотрю, принимаются очень резкие решения. И порой АЧП даже не спрашивают. Или вы что-то не досказали? Что я должен понять? Что нам теперь Молчал лицензии выдает? Нет. Или приостанавливает? Вы должны понять, что по-любому вопрос будет решен, по-любому вам Молчал ничего не запротит, по-любому этот процесс вам ничего не даст, но вы можете вылететь вообще из ОДЧ. Этот вариант очень-очень-очень возможен. И даже если вы протянете этот суд невозможно сколько, никто ничего не выигрывает, потому что денег вам никто не заплатит. Для меня важно, чтобы вот завтра у нас будет заседание по этому вопросу. Вы мне скажете сегодня последнее ваше слово или все-таки поспите одну ночь с этим и завтра вы там... Ну, как минимум мне надо с Ливией переговорить. Ну, переговорите. А в идеале бы еще, если бы я начала сыграть. У вас нет столько времени, дорогие мои. Я же тоже обещала, что модификарила леди будет 23-го. А сегодня какое у нас? 16-го. Все, я уже в воде. В час с утра позвонили высылать. Я в час уже выслала эти модификаторы. Уже какие есть? Груди, не груди. Все в таком режиме живем? С обществами эти модификаторы хотя бы согласовать. Они будут консультать публичи до конца недели. Мы поставим их на консультать публичи и всех послушаем. Посмотрим, как это на что повлияет. Вот сейчас такая ситуация. Заключение европейцев на этот счет не требуется? Какое? Ну, когда закон разрабатывали, присутствует. А мы же получили от Фишера. Мы можем. Вот на этот проект получили от Фишера? Нет, на добро? Этот нет, нет. Так я про это спрашиваю. Ну... Посмотрим, как. Если надо будет, найдется тот эксперт, который напишет то, что надо. Мне важно, знаете что? Чтобы этот процесс закончился на этой неделе. Так вот, отвечу, ребята, на пойму. Да еще два часа, так вот один. Так вот, нас падают, сначала за ренуца, да, надо. Нас мы падаем, да, по сути, мы не используем. А с отребать шадовок, им сумма остался им пустят, да, на деле, если уйдет. Просто здесь почетим. Да. Выйти из суда, приостановить этот суд. Просто остановить это. Вот это моя Сарчина. Остановить суд. Какая связь между проектом и судом с Молцелом? Каким проектом? Вот этим проектом, изменениями в закон, да, и судом с Молцелом. Она как связана? Ну, двигайте себе свой проект, если правительство это хочет внести изменения. Это одна и та же платформа. Просто рассматривайте одно и другое. Ну и... Ну вот они хотят изменить закон. Хорошо, я понимаю. Я не хочу. Они делают все возможное, чтобы изменить закон. Они, подождите. Они меняют закон для чего? Для чего? Для чего? Чтобы
обеспечить больше комфорта бизнесу. Для этого? Прекрасно. И тогда видим прямую взаимосвязь с Мунцеллом в инстанции. Или это не так? Не любой связь. А я вижу. У нас просто логики. У меня женская логика, у вас мужская. У меня она... логика закона. У меня она так идет, а у вас она так. Нет, логика одна, закона должна быть в этом случае. Олег, что вы ищете сейчас логику какую-то? Нам решение надо искать, а не логику. Ну, если нас решили таким образом заставить отозвать иск, то это маловероятно. Я же могла вам ничего вообще не говорить. И просто делать. Что делать? Принимать такие решения, которые вас выведут из этих. Из-за чего? Из-за того, что мы исключительно делаем свое дело? Если бы не наши действия, ничего бы сейчас не рассматривалось. Это так, это благодаря вам. Но 3% еще никто не достиг в МОБОЕ. Никогда и не будет. Ну хорошо, не будет. Так и мы не трисник просим, и что? Мы тоже готовы к компромиссам и к разумным суммам. Мы понимаем, что это много. Поэтому и пошли на договоры на мировую с Оранжем совершенно... по другой сфере. Слушайте, Олег, я думаю, что мы уже все, хорошо, все сказали, да, что есть. Думаю. Давайте вы мне завтра вот там такие скажете, что я да, скажу, да. Не нет, нет, и как будет, так будет. Да, я поговорю с Ливией сейчас. Поговорите с Ливией, поговорите с кем вам там еще надо, со всеми, кто может вам помочь. Я свое дело сделала, я с вами поговорю.